А еще погромче нельзя? Я мастерила ловушку, напомню. Она уже два раза вырвалась. По-моему, она белая, верите вы или нет? Целое состояние, если с толком продать. Никогда не видел такой пумы. Буду рад вам помочь. Тогда я пойду с вами. Тише. Взяли след? Взяли след? Какие когтищи! Не промахнуться бы. Я это уже видела. След не остыл. Она близко. Вон она! Другого шанса не будет! Ну же, другого шанса не будет! Всего один выстрел! Вы за моей новой подружкой. Я сваливал мусор, а она туда. Шасть. Хорошо, что я был здесь. Да уж. Есть идеи, Мириам. Вода и пламя. Норрис пусть отойдет. Один из нас выманит ее оттуда, а другой подстрелит. Я пойду внутрь. Славный выстрел. Благодарю. И эту секцию. Вот здесь немного проседает. Можешь посветить вот здесь?
Очень хорошо. Мы тут неплохо поработали. Это простоит много лет. Да, это точно. Даже в горле пересохло. Махать молотом — это утомляет. Трайбиан, мы заслужили стаканчик, Монами. Чудный вечер. Нужен свет. Подумал. Да. Нам надо их загрузить, отвезти к большому Дэйву и разгрузить. Ну да. Так мы, выходит, весь обед пропустим. Поторопимся. Да. И еще одно. Надо действовать. И я имею в виду не письма с упреками. Я понимаю ваше недовольство, господа. Но и вы можете понять мое нежелание тревожить улей. Тори будут жалить нас в любом случае. Да хоть сравняем счет. Взгляните, какие устрицы! А, Конор, здравствуйте. Что привело вас в Бостон? Вы. Простите нас, господа. Спасибо. Наш разговор грозил уйти в неприятное русло. Итак, чем я могу помочь? Мне нужен Уильям Джонсон. Вы мне поможете? Конечно. Я направляюсь на встречу с теми, кто сумеет вам помочь. Присоединяйтесь. Приятно видеть, что люди наконец-то восстали против несправедливости. Сказал человек, у которого есть трап. Кто? Сари? Мои слова не расходятся с делом. Она свободная женщина. Хотя бы на бумаге. Взгляды людей изменить сложнее. Увы, несмотря на прогресс, мы цепляемся за это варварство. Так выскажитесь против. Сначала нужно отстоять наши права. После этого мы сможем заняться другими делами. Вы говорите так, словно ваша участь не легче рабской. Это не так. Скажите это тем, у кого квартируют британские солдаты. Или тем, чьи лавки закрылись из-за недовольства короны. Здешние люди не свободнее Сари. Это отговорки, а не решения. Все должны быть равны. Причем сразу. Или по очереди, или никак. Нужно искать компромисс, Конор. Как это не грустно. Пытаясь решить сразу все проблемы, в итоге не решишь ни одной.
отправить гвоздь, идите к кузнецам Коллинза на Нил. Эй! Это мой дом! Что бы вы ни говорили, ворюги! А если мое имущество нужно этим пням из парламента, пусть плывут за ним сюда сами! Хватит болтать языком! Живо открывайте дверь, или ее выбьют! А, черт, мы заходим! Полагаю, доказательств достаточно, Коннор. Идите дальше. Я догоню вас позже. Помогли бы мне! Ну же, краснопрежу! Это все, что ты можешь! Помогли бы мне! По делам им. Пусть только попробуют снова прийти. Фу. Вы в порядке? В полном. Не в первый раз дерусь. У этих лисят острые зубы и когти, но дерутся они как щенки. Спасибо, дружище. Я бы купил вам Эля, но меня давно кое-где ждут. Коннор, хочу познакомить вас с моими друзьями. Владелец этого славного заведения Уильям Молино и управляющий и повар Стефан Шафо. А, мы с Коннором как раз столкнулись с солдатами. Сборщик налогов хотел вломиться в мой дом. Эти сборщики наглеют с каждым днем. Нужно заняться этим, Сэмюэл. Пора поднять знамя. Сделать что-то, чтобы дать людям знать, они не одни. В порту неспокойно. Недовольные пикетируют поставки британского чая. И весь город глаз не сводит с этой сцены. Бостон из решённой чая опасен. Уильям Джонсон сгружает чай тайно. Его человек пытался продать мне это. Я отказался, но вот образец тех кораблей. Взгляните на печать. Джонсон просит втридорога. Те, кто согласился, озолотят его. Где он сейчас? Я с ним не знаком. А зачем вы его ищете, Коннор? Он хочет купить землю, на которой стоит моя деревня, не спросив согласия у моего народа. Без всякого сомнения, доходы с этой контрабанды идут на покупку земли. Без сомнения, этот налог на чай поощряет контрабанду. Думаю, те же, кто задирает налоги, продают чай. Сцене нужен спектакль, я знаю нужную пьесу. Коннор, ступайте в порт и займитесь уничтожением чая. Если что, приходите сюда.
Ага, Коннор. Люди Джонсона по всему Бостону таскают контрабандный чай. Увидите ящики, попробуйте перехватить поставку. И эти чертовы сборщики налогов опять за свое. Проучить бы их как следует, а? Идите, Коннор. Простите. Эй, полегче! Коннор, поздравляю! И сборщики, и контрабандисты в ярости. То, что надо. Как закончите, возьмемся за корень зла. Под суд за непристойное поведение. Стой! Я не сразу поняла, а ну вернись ты! Очень славный парень. Он думает убежит. Вернись, трус паршивый. Ты. Мне не нужны неприятности. Оставь меня. Втягивает в нужных местах. У него икры. О, ну вот, сплетничаю, будто горничная какая-нибудь. Thank you.
вот и нет. А ну вернись, болван! Игра не стоит свеч. Задержать! Быстрей! Не отставать! Вот он! Взять! Ah!